Нравственность очень сильно связана с нормами, с этическими нормами, да, которые приняты в обществе. Общество в основном, да, это большинство. А большинство в обществе неудачников. Норма – это то, что принято большинством. Это первое, что хочу сказать. Второе. Если что-то запрещать, именно этого будет человеку недоставлено. Ну, просто ну, именно это будет нужно. Именно это он будет хотеть. Поэтому я думаю, что если запретить, будет только хуже. Если это сделать нормой, значит, ну, это тоже будет, скажем так, не плюс. Вот, потому что это есть в других странах. Это все равно будет проникать. Вот, поэтому самый, скажем так, эффективный способ борьбы – это игнорировать в данном случае эти вещи. Ну, вот как мне видится. Просто игнорировать. Не то, чтобы вообще не обращать внимания. То есть, чем больше мы будем про это говорить, тем больше будем служить этому эгрегору.